Пошли. Нам на юг. Нам не 20 ЧВС. На юг нам. Еще с трубы можно по ней стрелять. Ты если доберетесь. Она в ангаре там стоит. Крайне. Сейчас каточка. А с Доникой будет вообще там с километра работать? Да пусть, пусть работает. Чем бы тебя не тешил? На дымов, давай сначала задымим, потом гранату. Под забором один. Думаешь, логично, что под забором один. Так у них лагать будет, и хорошо, что. Да, у меня тоже лагает, блин. Гранату. Ну ладно. Кто гранату кинул? Я вот тут всех посвятил. К нам летят. Напишите, откуда по вам стреляют. Северо-то снайперов выбрал. Поднимай кого-то с вражеского снайпера. Спит, жив? Дальше прошу. Вижу, вижу. Не вижу. В доме с красной крыши. В Ленина. Тут с водой хвали.
Мне повезло, что он косой. Ну да, Алекс, СД мне он корпуса куда гранат кидал. Булан. Вот примерно метку дал, если GPS верно не врет. Да щелку найти, чтобы убить. Гребаные текстурки. Паша, 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 Паша. Один уже взять его для танка. Да я знаю, я вот. Подожди. Я в доме на меня прям смотрит. В каком доме? В белом? Ну я, блин, с красной крыши глиняная. В ангаре, в ангаре. Я метку на него дал. Один в ангаре, двухэтажный, да. Там окоп. Я понял, я просто не смогу зайти с этого масленка не уберу. Я пошел за своей МК, мне патроны. А кто бегает? Я, значит. Ты лег, да? Да, я зашла к вам. Все, понял. Я не знаю, как лучше зарашить, он закопался окопами возле пятнадцатки, короче. Там вот ангар открываешь, там хулиган чей-то вражит, сейчас работает. Это с дома у того. Скорее всего. Попробую вбежать. Бежал. На юге один, короче, там где-то кочегар сидит. Слушай, по радио переговоры по рации просто. Мне же кто-то дверь открыл, я гранаты забросал, короче. Ого-го-го-го-го. Нормально.